Сегодня в Лисичанске идет раздача слонов. Очень интересно, что за ситуация. Кто, что и как это делает. Хочется узнать, насколько. Разрешите? Добрый день. А можно узнать, что происходит у вас здесь за акция? А вы кто? Я журналист. Очень приятно. Да. А вы кто? Представьте, фамилия, имя, отчество. Рыжков Анатолий Александрович. А мы гуманитарную помощь мы выдаем. По спискам? Конечно. А как вы хотели? Ну, без как списка? Я хотел. Я никак не хотел, чтобы не было нарушений, хотелось бы узнать. Что нарушение? Нарушение? Ну, надо узнать. Сприяние на розвитку Лисичанска. Да, все правильно. Сприяете розвитку. Ну, я вижу, вы хорошо сприяете. Мы хорошо сприяем. Да. Вопросы есть? Вы старше здесь? Я не старше здесь. Вы не старше. Ну, то мне может нормально дать комментарий по этому поводу. Ну, если вы подождете, я дойду вам дам. Татьяна, да, или вы предлагаете сейчас всем людям? Нет, ради бога, люди выбирают. Люди выбирают сами. Все, отходит, я сейчас. Ну, хай Дунай приедет сюда. Да все будут Дунай, ради бога. Давайте, давайте, еще раз. Что еще? Она говорит людям спасибо, что это дают. Конечно. На нашу мизерную пенсию. Прекрасно, я же против. Ну и все. А мы очень. Я не запрещаю, я вам препятствую. Я вам препятствую. Да. Каким образом? Да. Ну вы ерунду не говорите. И все. Каждый по-своему делает свой выбор. Вы же нам все надоели на бесед. Прекрасно, прекрасно. Окей, окей. Вот красота. Да какие там палки? Куча списков. Прекрасно. Прекрасно. Вот так вот. Если вы бы что-то делали бы для пенсии, все было бы хорошо. Я тоже 17 лет работаю. И ничего. Сколько вы получаете? А я 17 лет работаю. Без перерыва в стаж. И не нужно на меня брать голоса. Не так нужно этого делать. Вы же притащили. Мы не вы же притащили, не мы. Кого вы притащили? А кого вы говорите? За кого вы говорите притащили? Быстрое реагирование. Правильно? Да. Что он делает? Вы знаете, что вы здесь собираются персональные данные каждого человека. Ну, это запрещено законом. А какой? Вы понимаете, что происходит с вашими данными? Ему надо отчитаться. Ему надо, да он нарушает закон. Какой он закон нарушает? О защите персональных данных. Он собирает списки по вам. Вы просто хоть задумайтесь, хоть раз, ну давай там задумайтесь. Ну что? Вот да потому я что, сколько потому что, ну и что, мы имеем такую проблему. У этой комиссии мы считаем вот сколько, отдаем протокол я вот понимаю. Сколько, а там вы с головы берите, нет, но не с ног, не мужчина, кричите, не кричите. Не рассказывайте. Каждый выбирает по-своему. Вы хотите сделать так, это ваш выбор. Что вы говорите? Это ваш выбор. Так а зачем вы тогда говорите, что он... Мы должны разобраться в этой ситуации. Я говорю о том, что это является нарушением закона. Вы считаете, вы хотите? Ради бога, занимайтесь. Я не против. Нам было хорошо, мы тут бы не стояли. Я знаю это. 1450. Стойте, стойте, занимайтесь. Вы не ко мне подходите. Вы не ко мне подходите. Не нужно этого делать. Не нужно этого делать, да. Я не мешаю вам, не мешаю. Спасибо.
пенсию свою всю жизнь проработали, стоит. Ай, нам. Вот так и живем. Каждый делает свой выбор. За 2 килограмма сахара. У меня есть видео, не переживай. Да, конечно. Ну, я где-то минут 15-20. Ну, вот это ж вызвали, вот они приехали, ну, как мы говорили. Запрещали продавать пенсионеров. Да, ну, давайте по одному, я один во сколько человек. Давайте по одному. Люди не правы, всегда правы. Вот, потому что мы тупые, мы не знаем чего. А вы не кричите, мне такой. Ну, подожди, ну, вы же пришли до волонтуры, это хорошо. Я вам задаю вопрос, я не буду. Он начинает складаться там за детей. Он отказывается. Я не отказываюсь. Так, пожалуйста, подойдите, я вам отказываюсь. Ваше право, жалуйтесь. Никто ж не против. Людям добро делают, деланы.